Дача Абакана в районе орбиты атакуют белки. По словам автора ролика, эти милые создания в поисках пищи прибегают на участок, а иногда даже забираются в дом. Судя по размерам, животное явно не голодает. В рационе грызунов стараниями дачников всегда присутствуют орехи. Людей белки уже практически не боятся. Видеокамер тем более подпускают к себе мобильных репортеров вплотную, а иногда даже позволяют кормить себя с рук. Иди ты покушай, маленькая. Тоже надо покушать, это тут сидит.